Всем приветики, с вами снова я, и сегодня у меня видео про мои рукодельные покупочки, которые я сделала за последнее время. Одна у меня посылочка с Китая, все остальное я купила в местных магазинах и на оптовой базе. Давайте приступим. Первым, что я хочу показать, это вот такой вот клейповостроитель, который я использую при склеивании своих блокнотов. В принципе, клей довольно-таки хороший, неплохой. Склеивает лучше даже, чем вот этот вот клей ПВА. Этот канцелярский, а это все-таки, наверное, строители. Может быть, поэтому он и лучше. Поэтому мне он очень нравится. И вам его советую. Купил я его за 55 рублей. По-моему, тут 900 миллилитров. Да, 0,9 килограмм. Такая большая банка, и хватает ее довольно-таки надолго. Следующим, что я хочу показать, я купила себе вот такие вот трифленые ножницы. Давно их хотела. Были они в упаковке бумажной. Купила их, по-моему, за 900 рублей. Этими ножницами я очень довольна. Я даже специально заранее подготовилась, принесла ткань. Она мятая, даже не глаженная. Но принесла для того, чтобы показать, как режут эти ножницы. Какой край они оставляют. Режут они очень хорошо. Разрезают быстро и без проблем. Такой вот разрез они оставляют. В принципе, ножницы очень хорошие. Своих денег они стоят. Очень мощные, тяжелые. Давно их хотела. На самом деле, очень давно. И все никак не решалась купить, потому что цена все-таки кусалась. Но решилась и купила себе эти ножницы. Нужны они были для того, чтобы оставлять вот такой край. Такой край меньше осыпается и легче работать с тканью. Недавно я была на оптовой базе, и, конечно же, я не смогла удержаться, не зайти туда. Следующим, что я купила, это вот такой вот набор ниток. Купила я, по-моему, за 70 рублей упаковку. Цвет выбирала сама, цвета там были разные. Ну, мне приглянулось это, я захотела такие, купила. Также я там купила потайные замочки, целую кучу самых разных. Некоторые одинаковые одного цвета брала, потому что более ходовые. У меня их очень много покупала, я уже даже не помню, почем они были. И последним, что у меня сегодня для вас есть, это вот такая вот посылочка с Китая, которую я также заказывала для рукоделия. Ее я уже открыла, я знаю, что там. И давайте посмотрим вместе, я покажу вам. Там у меня вот такие вот акриловые розочки. Они маленькие, я почему-то думала, что они будут больше. Ну, вот такие вот они. Ну, ничего, я думаю, найду им применение, потому что они довольно-таки классные, блестят. Если приглядеться, я думаю, можно увидеть. Почем заказывала, я не помню, но посылочка шла мне 3 недели, и тут очень много, и они все разноцветные. На этом у меня все. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если возникли какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Ссылочка на цветочки будет в описании. Спасибо за просмотр, всех целую, всем пока.